Приветствую всех на нашем празднике жизни. Это Биошок. Пятая серия, вроде бы. Здесь происходит какой-то лютый трэш. Давайте начнем с того, что здесь ходит как минимум два мистера Бабблза. Одного из которых, собственно говоря, сюда призвал я. Это гениально. Я не заметил, что здесь можно пройти ко мне. Почему он не бьет эту дуру? Вот. Вот так и надо. Это кто? Это наш. Не знаю, где он. Ро. Так, ладно. У меня есть еще как минимум 7 попыток. Куда нам надо? То есть я не понимаю. Где вот сюда куда-то? Опа. Теперь надо ждать, пока он уйдет отсюда. Куда он пошел? Ну, туда, окей. Давай, идем отсюда немного. Опа. Идеально. Можно спрятаться. Сочувствую. Так, можем как-нибудь посмотреть на доступные квесты или что-то в этом роде. Вот карта. По идее мы... Вот эта стрелочка. Или где здесь... Так, ну а... Так вот, это было очень непрофессионально. Извиняюсь. Хорошо, куда нам надо? Нам нужен сейчас что? А, универсальный конвектор. Универсальный конвектор у нас находится где-то там. Да...
Я не очень понимаю, как нам туда попасть, потому что карта здесь, ну, откровенно говоря, не очень. Серьезно. Сейчас два универсальных конвектора. Можно вернуться назад, как минимум. Знать бы еще куда. Не дыши. Блин. Что-то карта слишком долго нажимается. Ну, открывается, в смысле. Нам, получается, нужно повернуть вот сюда и направо. Потом еще раз направо и до конца. Хорошо, давайте попробуем. Восьмерабл. В принципе, можно сделать как. А, так это еще и маг. Ты сволочь. Только 60. При мне бы обычный магазин. Смотрим еще раз, потому что я запутался. Там что-то есть, что может переместить нас на верхний этаж винокурни. Окей, идем. Откуда эти звуки? Здесь как раз таки и ходит мистер Бабблс, по идее. Ну, в смысле, я его здесь забрал и привел туда. До сих пор здесь, да. Так, ладно. С большой папочки. Куда что вышел, идиотина? Пойдем. Просто пойдем. Блин, он так еще топает. Отвратительно. Боже, эта карта, она так долго открывается. Нам надо сюда ведь я. Блин, чертова карта. Да, нам сюда. И вот. Не дебил немного. Немного дебил. Сначала я избавлюсь от этого мистера Бабуза.
Закрой ты рот. Иди ты нафиг. Может, что ты на моей стороне, но иди-ка ты нафиг, дружище. Боже. Здорово. Ебана мать. Как это было? Просто интересно, как это было. Так, теперь нам нужно вот сюда. Ходит мистер Бабблс. Блин, а можно карту какую-нибудь простенькую, а не вот эту? Как мне понять, где находится эта чертова лестница? Она, по идее, находится прямо вот передо мной. По идее. Не знаю, так это или нет. Допустим. Да заткнись ты. Заткнись, говорю. Дробовик. Иди ты нафиг. Нет, ты мне нафиг не нужен. Стрелочка. Кусочек какой-то странный. Да, умри ты. Что-то я не играю в Bioshock один день, уже разучился играть. То есть и не умел, но разучился. Так бывает, кстати. Птичку. Надо купить дофига птичек. Без проблем. То есть патрон в голову это по-твоему мало, да? Как скажешь, дружище. Как скажешь. Да иди ты нафиг. Чё же вас тут так дофига? Я же вас всех убивал уже. Блин, система врагов, конечно, в этой игре, откровенно говоря, не очень. То есть я понимаю то, что это, типа, населенный такой город, да, в котором люди постоянно туда-сюда перемещаются. Но, блин, они же не могут вот просто после их убийства просто еще приходить. Я не знаю, как это еще объяснить. Это супер странно. Так, ферма деревьев. Отлично. Это издевательство такое?
Что там? Еще мистер Бабблс. Вашу ж мать. Строительство не работает. Да. Дела наши плохи. Здравствуй. Ладно. Блин, ну это типа... Окей. Можно открыть? Спасибо. Так, можно закрыть. Можно закрыть. Пошел там. Пожалуйста. Видимо, нельзя. Отключить. Все. А, недостаточно денег. Что? Что, мать вашу? Еще один мистер Бабблс. Блин, это... Я все, конечно, понимаю, но... Этого я точно не понимаю. Кулич, что делаешь? Меня очень напрягает то, что он... Слишком близко. Было очень весело. Блин, эти однотипные фразы, конечно. Все. Прямо как мы пока. Не. Кажется, они уже здесь. Я все, конечно, понимаю, но, может быть, ты будешь меня защищать хотя бы? Потому что пока что, ну, ты просто стоишь АФК, дружище. Прием. Вау, ты такой полезный, слушай. Мистер Бабблс, очень полезно. Прямо очень. Прям нереально. Что происходит? Так, давайте немного без этого, ладно? Ты сам микроб, дружище. Нате. О, он начал стрелять по ним. Вау. Так, он уже мигает. Прекрати. Черт. О, черт. Теперь нам придется убивать всех. Кинез, что есть? А, стоп, там вроде бочки где-то были. А-а. Бочки не помогли. Че, очередной раз будем
драться с ним до конца, что он есть. Что-то я зовут. О, напал. Давай, речь. Ну, гореть. А, напал кончился слишком быстро. Так. Противопехотные патроны. Погоди ты. Блин, ну... Это очень гениально. Знаете ли. Все, умри, пожалуйста. Что-то у меня совсем ничего не осталось. Да, блин. Хотел прицелиться, потом вспомнил, что в этой игре нет такой функции. А тут, кстати, магазин был. Не знаю. Вкусная еда немного повысит уровень здоровья Евы. Отлично. Электрический гель в плане так, ладно. Смотри. Помогите мне вот с этим доктором, пожалуйста. Немного дебил. Общая территория. Тронов уже нет. То есть есть, но электрическая картечь и взрывающаяся картечь. Не знаю, стоило бы на тех же мистер Бабусов использовать эти картечи. Я понимаю. Что происходит? А. Ладно. Так, что еще есть? Что еще есть? Хм. Допустим. Мистер Бабблс. Так, что это было? Ты телепортировалась. Тронов нет. Ого. Целый один патрон на картечь. Вроде бы. Тут баллоны были. Понял.
наконец-то. Этот ран меня уже немного бесит, да. Особенно вот с тем, что он вытворяет, присылая ко мне армию мистеров Баблзов. Здравствуй. Да тише ты. Не знаю почему, но я супер сильно боюсь мистеров Баблзов. Очень сильно. Ничего с ним не могу с этим поделать. Куда нам? Надо там. Ну, по логике, в форт веселый, потому что в медицинском павильоне я уже был, а сейчас мы находимся... Я не знаю, где мы находимся. Вот здесь вроде бы. Ладно. Ладно. Форт веселый. Сразу видно богатые костюмы. Богатая мебель, богатое оформление. Кайф. Черный экран. Нет, все хорошо. Ого. Так, ну, нам опять заспойлерили местное оружие, арбалет. Так что ждем арбалет. Здравствуй. Есть идея. Вашу ж мать. Чем будем здесь минуту сидеть? Нет, не будем. Еще одна штука летит. Я же не знал, что здесь есть сигнализация. Пару секунд, все. Не полетел. Не полетел. Ну ты даешь. Это было более чем очевидно. Кто-то. Что это за маска? Какой-то кролик. Так ты вообще кто?
Повторюсь, ты кто, дядька? Ладно, без разницы. Нас опять не пускают по прямому. Я не видел женщин уже 10 000 лет. Что же у вас тут так дофига? Так. Прекратите, пожалуйста. Голос какой-то знакомый, вроде бы такой же актер озвучки, был в Half-Life 2. И вроде бы он озвучивал Клейнера, но я не уверен. Чё здесь? Все внимание на меня. Хорошо. Это типа наша награда? Погоди, тут все облутаю, а потом мы с тобой поговорим. Так, здесь респ. Я не знаю, что здесь можно купить у меня, но на ячейке денег не хватает. Так что идем к нему. Еще у меня очень мало патронов. Билет. Можно билет. Или без билета. Ах ты, тварь. На карте еще. Давай уходи отсюда. Сдохни. Пленка зачем-то. Здесь можно отключить сигнализацию. Запомним. Иди нафиг. Здесь кто-то есть. Вопрос.
уже он опасен. Если что. Ну, я могу собрать вот это. И все. Сломщик мне, наверное, без надобности. Да. А, ты еще готовишься? Как скажешь. Она куда? Какой-то звук здесь есть. Да, здесь определенно есть какой-то звук. Что происходит? Ну, открывай. Блин, я реально не понимаю. Что это такое? А. Все в порядке. Все в порядке. Куда же вы беретесь? Да, блин. Одна запомнилась вот здесь. Очень странно. В смысле? Что ты хотел? Кто-то играет на пианино. Это он сам вроде бы. А, нет. Что это такое? Что с ним произошло? Что это такое? Ой. Я не хочу играть на пианино. Против, если я выйду. Кто номер? Ок. Он мертвый. Куда идти? У нас есть стрелочка, значит все хорошо. Дурельки.
А может, мы будем все-таки сотрудничать немного? Или же... Япон наш матч. Я опять не попал. Вы серьезно? Погоди. Я понимаю. Сломать автослом. Что здесь? Мины. Это я мог использовать почаще. Паленка зачем-то и хилочки. А, я понял, где мы. Ладно, идем назад. Атриум. Ладно. Ей. Ладно. Только сам на меня не подай, окей. Камера. Ну ведь сюда, я надеюсь. Давай ты просто убьешь себя, ладно? Всем станет от этого жить немного проще. Какие страшные звуки. Чё это такое? Чё это такое? Это знаете, что мне напоминает? Хеллгейт напоминает. Именно Британский музей, или как он там назывался. И также были статуи, которые после того, как вы разрушите портал, начнут делать какую-то дичь, а именно гоняться за вами, пытаться убить. Но вы же все-таки пикнули челика, а именно стража, и вас не убить. В итоге игра изи. Что здесь? Камера.
Примерка. Ну, допустим. Почему в Кремерке? Или там магазин такой? Магазин одежды, наверное. Просто тут касса. Здравствуйте. Почему? Ладно. Дружище, ну ты и так урод. Было немного странно, что здесь, блин, там целый диск. Слушайте, двери так, оно поаккуратнее тут, ладно. А, думаю, назад пришли, оказалось. У них тут такой декор прикольный, и аквариум с крабиками. Блин, тоже хочу себе аквариум с крабиками. Вообще ведь кайф. Ладно. Ничего не понял, но мог. Так, супер мало денег. Супер мало. И тебе тоже. Что здесь? Слишком долго понимал, что происходит. Сигары. Здрасте. Не опять кайфовые виды. Флит холл. Окей. Да, ну, сюда, по идее. Это что? Станция? О, да. Идеально. Ого. Вот это интересней. Супер полезная информация. Что тебе надо уйти отсюда? Так, тихо. Не он шутит. Где? Куда идти-то? У меня очень часто возникает вопрос, куда идти? Это не есть хорошо.
Russian Federation. Хотя нет, там больше одного человека. Нет, опять чушь смогу. Один человек, это уже наказуемо. Сори. Куда надо-то? Почему карта так ужасно открывается? Маркиз Депок. Наверное, это тот, который в магазине в гримерке сидел или что? More items. Или нет? Найти бы еще эту гримерку. Салон Софии. Что тогда от меня требуется сделать? Маркиз де Пок. Я так понял, что его нужно найти, убить, сфотографировать. Где он? Опять заспавнились. Это не смешно. Просто взяли и заспавнились. Это ненормально, я считаю. Обычный магазин Маркиз Депок. Где ж ты есть, Маркиз? Где мне тебя найти? Может, это все-таки ты? Я его уже фотографировал. Нет, а чё тогда? Нам просто надо было даже не сюда. Кайф. Зашибись. Блин, я, короче, в этой серии очень-очень сильно затупил. И минут 20, по сути, я просто бегал и тупил. Это ужасная серия, guys. Так что извините, но в любом случае подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой Twitch. Спасибо за просмотр и пока.